Первую имплантацию искусственного сердца провели в Таразе. Это стало возможным благодаря внедрению новых технологий в медицине и тесному сотрудничеству с зарубежными специалистами. Инновационными подходами поделились кардиологи и кардиохирурги на второй международной конференции «Хроническая сердечная недостаточность». Приурочили ее проведение к 60-летию первой операции на сердце в Центральной Азии. В конференции приняли участие около 120 врачей из Казахстана, Японии, Индии, Пакистана и Турции. Лучшие светила кардиохирургии провели операцию по механической поддержке сердца, а также прочитали лекции. По словам медиков, Казахстан по имплантации сердца занимает второе место после Турции. Отечественные доктора провели 256 пересадок. По словам экспертов, такие международные конференции помогают врачам выработать единый подход в лечении больных сердечной недостаточностью. Приехал наш профессор Самуил Абрахам из Токио, из Японии, где развита регенеративная медицина, то есть клеточная технология. Сейчас же весь человеческий кожей клетки можно вырастить, в общем-то, мышцу сердца, со временем само сердце даже. Ну, уже выращивает трахею, например, глаза, роговицу выращивает. Главное, нам надо быстрее разработанную технологию, технику внедрить у себя.